Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо наш ефір. Як ви бачите, я вже сівся на диванчик, а це означає, що до нашої студії завітав гість, яку, точніше вже гостя, яку я радий вам представити. Це Світлана Осіпцова, коригуючий педагог. Я вітаю вас в нашій студії. Дякую, що зранку завітали до нас. Доброго ранку. Тим більше, що тема у нас достатньо цікава, це як предупредити нарушення речі. І я думаю, перед тим, як ми почнемо взагалі предупреждение, да, нарушений, необходимо вообще сказать, когда начинается развитие речи у ребенка. Я бы хотела рассказать, что развитие речи начинается еще в утробе матери, да, то есть ребенок уже слышит немножечко искаженно, то есть он уже улавливает и накапливает некоторую информацию. При рождении головной мозг ребенка весит 30% от взрослого головного мозга, и уже к 6 годам он достигает 90% от взрослого головного мозга. То есть мы видим, насколько быстро, интенсивно идет развитие, да, ребенка от 0 до 6 лет. Вот. Также существует несколько периодов сензитивного развития ребенка. Да? С 0 до 6 идет активное развитие речи. С года до 3 идет формирование звуковое, более такое глубокое, речевое. Формируется пассивный, активный словарик. Я также напомню нашим зрителям, что у них есть возможность сейчас позвонить в студию, если у вас возникают по ходу нашего разговора какие-то вопросы. Не стесняйтесь, можете задавать вопросы, тем более, что Светлана всегда рада ответить. Я так от вас, да, подмазался. Ну что ж, действительно, вообще, какие бывают нормы речи вообще вот по возрастам? Потому что если резко развитие происходит, то как оно классифицируется? Если классифицировать развитие в общем, то от 0 до 6, как я говорила, формируется в общем головной мозг, то есть нейронные связи, все это формируется. От года до 3 идет развитие речи, от 4 до 5 идет развитие, то есть ребенок социализируется. От 3 до 4 ребенок учится распознавать, характеризовать маленькие предметы, геометрические фигуры, понемножечку цвета. Вот. И уже 6-7 лет ребенок читает, то есть он рассказывает, может пересказать рассказ, картинку, описание. Мы сейчас говорим вот о классификации, я так понимаю, ну, классическая, которая принята, да? Но может быть такое, что замедленный либо ускоренный процесс это такой в классификации, то есть, например, уже там с 5 лет может что-то начинаться, там, чтение, да, с 4. Как быть в таких случаях и нужно ли спешить родителям, например? Ну, смотрите, то есть как бы в любом случае нужно начинать с ребенком заниматься лишь тогда, когда ребенку стало интересно. То есть вы увидели, что ребенку интересно, мама, какая это буква или что это нарисовано? То есть ребенок вначале начинает формировать образ буквы, то есть ее визуализировать, потом слышать как звук, а потом лишь она откладывается в памяти и складывается уже в слоги, слова и предложения. Вот, поэтому если мама увидела, что ребенку интересна книга, интересна вообще сама буква, значит, можно уже потихонечку изучать. Изучаем мы вначале гласные буковки, звуки и буквы. То есть букву мы видим, а звук мы слышим. Вот. Это основные такие, как А, О, У, И, И, Э. И потом уже сюда, добавляя непосредственно согласные, мы начинаем формировать слоговую структуру ребенка. Тогда ему становится интересно, он находит какие-то слова на эти буковки, картинки. И таким образом у нас потихонечку вытекает все к чтению и накоплению словарного запаса. Да, иногда так интересно наблюдать, например, в транспорте, когда едет ребенок, начинает читать все там, все, что написано, все куда. И хочу сказать, что действительно есть родители, которые поддерживают это, есть, которые, что молчи, не надо. Как быть в такой ситуации? Потому что, ну, может пропасть у ребенка. Да, может пропасть интерес, конечно. То есть нужно поддержать. Если ребенок очень много задает вопросов, есть такие детки, которые задают, а почему? А как? А когда? Почемучки. Да, это такой период, это нормально, да, то есть это период 3 лет, когда ребенок задает активно вопрос, и он сам, как ни странно, уже знает ответ. Потом, когда ребенок сказал, почему, мама? А надо его спросить, например, а как ты думаешь? И вот когда он сказал уже свою версию, можно откорректировать, либо дополнить. Ну, как обычно, у ребенка есть ответ.
Ну, это у детей, да, свои варианты есть на любую всегда ситуацию. Всегда есть ответ, да. Поэтому он и спрашивает, то есть он таким образом, как бы, да, подтверждает, прав он или не прав. Угу. Вот в этот период, и, скажем так, какой из этих периодов, которые вот по классификации, могут возникнуть, ну, самая острая опасность, какие-то дефекты, неправильность речи, неправильное формирование речи? Неправильное формирование речи может уже начаться с самого рождения. Потому что, как бы, как правило, родители, они стараются дать ребенку соску, потому что он плачет. А ребенок плачет не потому, что он капризничает, а потому что он не умеет говорить, он таким образом что-то просит. То есть нужно быть более внимательным к деткам, прислушиваться, потому что плач бывает разный. Бывает больно, а бывает просто хочет, чтобы подошли, там что-то показали, поносили по квартире, там, если это парк или лес, показали боли, потому что ребенок же он, ну, не может, да, там увидеть. Вот, таким образом происходит процесс развития речи. Потом ребенок начинает агукать, да, потом он начинает формировать какие-то маленькие слова, там, да, нет, дай. Вот, и таким образом формируется уже слоговая структура слова. То есть, таким образом, самый опасный вариант, точнее, период нету такого, да, то есть любой период могут начаться нарушения? Есть, да, как бы, вот, как правило, 1.5 года-3 может быть приостановка речи. Это может быть последствием то ли испуга, ну, ребенок испугался, то ли еще, как, может быть, прививка, может быть, заболевание, да, там температура высокая, это все может повлиять. Потому что, как бы, в этот именно период, с года до 3, идет очень интенсивное созревание головного мозга, в частности, речевых зон Брока и Вернека. То есть вот они отвечают... Что это за зоны такие, просто чтобы мы так ориентировали, да, что-то? Да, это находится в лобной части и в затылочной. Они между собой взаимодействуют, они отвечают за звуковую, слоговую структуру, за лексику, за грамматику. То есть поэтому все вот периоды сензитивные, их нужно постепенно развивать. Вот, что и делают в детском саду, в частности, да? То есть идет методическая программа, по которой ребенок постепенно развивается и идет в школу. Я сейчас предлагаю вам и нашим зрителям посмотреть нашу новую рубрику, экспертом, которой выступаете вы. Это новая рубрика, в которой любой наш зритель имеет возможность стать героем этой рубрики, задать свой вопрос экспертам, и они, соответственно, будут отвечать и решать вашу проблему. Я предлагаю посмотреть первый выпуск. Знайомтеся, це Софійка. Їй 5 років. Вона не сидить на місці, цікавиться всім, що її оточує. А її батьки кажуть, що до їх дівчинки немов прикріпили моторчик, адже вона готова бігати і стрибати цілими днями. Как я поняла, что она гиперактивная, она, наверное, не долго сидит на місці і не увлекается ним. Не увлекается, применяет свої взгляди, ну, как переключається на різні моменти, получається. То тут, то там у нас. Сьогодні наша героїня має змогу спитати поради у експерта стосовно активності та розвитку Софійки. Ребенок гиперактивний. Чому нарушена річ? Не виговорює багато звуки. Як навчити правильно говорити ребенка? Експертом нашої рубрики є Світлана Осіпцова, магістр корекційної педагогіки, мати 2 талановитих дівчаток, яка і відповість на наші запитання. Отвечая на вопрос мамы Леси, гиперактивность – это поведение ребенка. Зачастую поведение ребенка вызвано той средой, в которой ребенок находится, да, воспитывается, живет, то есть что его окружает. Очень часто ставят ошибочные и поспешные диагнозы о гиперактивности ребенка. Чтобы поставить диагноз гиперактивности ребенка, его нужно наблюдать до 6 месяцев. Только по истечению 6 месяцев доктор может поставить заключение о том, что действительно диагноз гиперактивности. У повсякденному житті гіперактивні діти не можуть зосередитися. Настрій у них часто змінюється. Вони втрачають свої речі. Часто беруться із задоволенням за заняття, але не закінчують його, залишивши на половині шляху. Вони практично в будь-який час прагнуть отримати заохочення за вдало виконане завдання. А ще підвищена активність впливає і на молодневу діяльність дітей. Але немає жодної пігулки, яка б позбавила дитину від такого діагнозу.
Отвечая на вопрос мамы Леси, как научить ребенка гиперактивного говорить, да, если у нас нарушена функция речевой деятельности. В первую очередь, смотрите, когда у нас ребенок гиперактивный, у нас мышечная ткань, она что, она постоянно в тонусе, да? Так как у нас 5 пар нервных окончаний вплетены в мышцы от речевого вот так вот отдела, вот они соединяются сюда к язычку. Соответственно, импульсы в речевой отдел поступают некорректно, а очень часто они даже не поступают. То есть сам речевой аппарат, язык в частности, он находится в гипертонусе. Ребенку очень сложно управлять языком. Да? Для этого невропатолог прописывает, как правило, какой-то препарат для того, чтобы снять мышечный тонус. Вот. Врач прописывает общий массаж, а детский психиатр, он, как правило, прописывает логопедический массаж, чтобы непосредственно направить на снятие мышечного тонуса те зоны, которые в гипертонусе и которые нам мешают речевой деятельности. Після того, як зняти м'язовий тонус, потрібно зайнятися постановкою звуків. Для цього слід пояснити дитині, як вимовляти той чи інший звук. Особливу увагу при цьому звертаючи на свистячі та шиплячі звуки. У гиперактивных детей, как правило, процесс постановки звуков и речи, он усложняется, не такой, как у обычных деток, потому что синдром у них внимания рассеян, они не так хорошо усваивают информацию, которую им дает педагог. И здесь необходимо рассматривать те варианты, что кроме занятий с логопедом нужно заниматься танцами, нужно заниматься рисованием, пением, для того, чтобы ускорить процесс коррекции и чтобы в дальнейшем речевой аппарат восстановился и не было последствий во взрослой жизни. Танці нам дають активацію мовного відділу головного мозку та синхронізацію обох півкуль. Тобто ми запускаємо всі функції організму дитини. Це і увага, пам'ять та слух. Також для корекції мовлення корисно займатися малюванням, збирати пазли та займатися іграми, які розвивають дрібну моторику у дитини. А щоб розвинути увагу, наш експерт рекомендує створити в будинку місце слави. Это подоконник, либо это там, не знаю, на стене. И все работы ребенка, которые он сделал своими руками или совместно с мамой, их можно там располагать. Таким образом, ребенок видит достижение своей цели, и каждый раз, с каждым разом он больше и больше концентрируется для того, чтобы заполнить место пустое на этой доске славы. Багатьом знаменитим людям в дитинстві теж ставили діагноз гіперактивність, але це не завадило їм стати успішними. Уілл Сміт, актор, співак та знаменитий батько, теж зізнався, що в дитинстві мав серйозні проблеми з концентрацією уваги. Та й сьогодні він не уникнув би такого діагнозу. У нього також є труднощі зі читанням, тому він воліє аудіокниги. Майкл Фелпс, плавець, завоював 14 золотих медалей в Афінах та на Олімпіаді в Пекіні. Але плавання – не просто спорт для Фелпса. Це також спосіб, щоб впоратися з його гіперактивністю. Його мати Дебі, описуючи свого сина, в юному віці перерахувала класичні симптоми. Не посидючи, не в змозі зосередитися, а домогтися успіхів у спорті, йому допомогла підтримка та заохочення з боку дорослих. Комік Джим Керрі всесвітньо відомий своїми витівками і пустощами на екрані та в житті. Але сам він каже, що це є результатом його синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. Ще в школі він славився клоуном, і змінити цей образ не в його силах. А наостанок порада батькам. Якщо ваша дитина гіперактивна, частіше говоріть їй, як ви її любите. Адже любов батьків – це головна терапія. Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо розмову. Нагадаю для тих, хто щойно долучився, що в нас в гостях Світлана Осіпцова, коригуючий педагог, і ми сьогодні спілкуємося про те, як можна попередити дефекти мовлення у дітей. Хотілося б спросити, що от к спеціалісту обращення, да, советують. Но все-таки перед тим, як обратитися к спеціалісту, як родители можуть самостоятельно определить, що з ребенком не так от з його речью, як це ідентифікувати? Но идентифицировать можно просто посмотреть, насколько работает речевой аппарат, то есть язык.
Самое первое, важное, язычок должен подниматься вверх, потому что в верхнем ряду очень много звуков. Да, также язычок должен делать самые элементарные упражнения, это лошадка. Вот попробуйте сделать лошадку, то есть вот поставьте, да, помогите мне. То есть вот у вас нижняя челюсть работает, но так как вы уже красиво, да, говорите, вам уже не страшно. Вы прям еще комплимент сделали, я же вам сейчас уж... А если ребенок только учится, только развивает свой речевой аппарат, внимание, родители, то есть при выполнении упражнения лошадка челюсть нижняя не должна помогать выполнению, да? То есть нужно ее... То есть мы фиксируем ее, да? Зафиксировать, конечно. Тогда идет нагрузка непосредственно на язык, да, и он укрепляется, развивается, и в дальнейшем все звуки верхнего ряда, это ш, ж, л, р, ч, то есть они легко становятся у ребенка в тот возрастной период, когда это необходимо. А какие еще, возможно, упражнения? У нас еще есть вот множество приспособлений. А как их использовать? Да, в домашних условиях очень важно на первом этапе уже при кормлении не приучать ребенка кушать перетертую еду. То есть ребенок должен самостоятельно уже с полгода начинать кушать более твердую пищу для того, чтобы язык укреплялся. Положив ребенку кусочек еды, под контролем, конечно, взрослого, кусочек еды в ротик, да, язык начинает переворачивать эту еду в одну щечку, в другую щечку. Таким образом идут незаметные, но, скажем так, очень активные упражнения для язычка. Следующее. Очень важно, чтобы ребеночек умел дуть в этом возрасте. Где-то к 2 годам нужно научить ребенка надувать шарик без щек. Давайте попробуем. Давайте. Да, держите вот вам такой шарик. То есть что мы делаем? Мы учим ребенка надувать шарик, но не использовать щеки. Вот такое надутие. Это неправильно, потому что потом у нас все шипящие звуки и остальные идут через щечки, речевой выдох. Поэтому мы учим ребеночка дуть шарик без щечек. Да, я теперь вспоминаю, как меня учили. То есть, видите, мы с вами зажали вот здесь вот, да? Губные мышцы, да? Да, и направили струйку по языку, что в дальнейшем помогает быстрее стать звуком и войти в речевую деятельность. Также для малышей есть вот такие вот игры. Это уже артикуляционные упражнения, веселая артикуляционная гимнастика Натальи Васильевны Нищевой. Вот. Давайте здесь... мы несколько покажем зрителям, как Давайте оно. Покажем. Вот такого формата. Да, с одной стороны у нас такая веселая зверюшка, вот хомячок, здесь стишок. Сразу же мы развиваем и память, ребенок запоминает стишок. И когда мы ему зачитываем стишок, он уже начинает выполнять это упражнение. То есть в детстве самым важным инструментом у нас это игра. То есть все в игровой форме. Легко, и взрослым через игру важно, очень легко, конечно, и хорошо. И полезно. А также есть постарше уже для мальчиков артикуляционная гимнастика. Вот она такая. Автомобилисты такие. Да, машинки. Ну да, кому что интересно, уже по интересу. Кому что интересно. Для девочек сказки, к сожалению, не захватила с собой. Здесь тоже идет в стихотворной форме, и внизу написано для мамы, как можно правильно, да, выполнять это упражнение. Вот я тоже рекомендую в домашних условиях. Также очень важно играть с мячом. Если помните, мы раньше играли съедобное и несъедобное, можно просто придумывать слова на определенный звук, да, там, например, морковка, да, там, передали ребенку. То есть самое главное, это эстафету эту. Да. И опять на звук «мы» вы там придумываете слово. Давайте, например, какой? Мандарин. Мандарин, да, вот скоро Новый год. Ну и так далее. Мы опять же развиваем слух, ребенок запоминает и думает, идут все взаимосвязи в речевых зонах. А что делать, если, например, ребенок неправильно назвал слово, вот просто не мандарин сказал, там, ананас? Ну, надо попросить его, на какой звук, вот давай послушаем внимательно, на какой звук начинается это слово. Например, слово как картошка, да? Вот нужно... Ребенок в первую очередь всегда смотрит на речевой аппарат взрослого. Поэтому очень часто по аналогии, да, не всегда идет нарушение, поэтому в каждом доме должна быть игрушечка, да. То есть ребенок смотрит на игрушечку вначале и смотрит на речевой аппарат родителей. И по аналогии он повторяет. Эта игрушка может быть и обычная, она может быть, это произносит звук, в конце включим, послушаем. Если игрушка произносит какие-то звуки, разговаривает, нужно внимательно выбирать игрушку, чтобы здесь была хорошая дикция записана. Да?
Смотрите, а игрушку мы используем, вот, например, такую, что на руки одеваем. В чем смысл того, что вот видит, как двигаются куклы? Во-первых, дети очень любят театр, да? Ага. Он потом сам одевает эту игрушечку. То есть это просто для интереса, да? Вот? Да, привлекаем внимание, конечно. И потом он уже в ролях, то есть уже идет и социализация. Он уже играет какую-то роль, может быть, утеночком. Потому что там артикуляцию скопировать сложновато будет? А смотрите, когда ребенок двигает пальчиками, идет импульс в речевой мозг. Угу. Да? И здесь все у нас взаимосвязано. Что касается импульса в речевой мозг, также очень важно разукрашивать. Мы разукрашиваем с детками по инструкции. Что это значит? Мама берет разукрашку, открывает листик, лучше вырезать его, чтобы он был отдельный, и говорит: возьми, пожалуйста, зеленый цвет, разукрась травку. Возьми, пожалуйста, желтый, разукрась солнышко. У меня в жизни с цветами вообще интересная история, но как я ее уже, конечно, не помню, связано просто с моими родителями. Я тоже вот, ну, мама занималась различными там упражнениями и так далее, и однажды просто спросила у меня какой-то цвет, а я сказал неправильно. И она так в слезах к моему отцу говорит: он у нас дальтоник. Он говорит: а ты ему рассказывала, какие вообще цвета есть? Она говорит: боже, да, ну ребенку все уже, ну, что только можно, там, и какие-то театры и так далее, а цвета-то не рассказывали, а спрашивать у нее спрашиваю. Поэтому самое главное — объяснить еще ребенку, какие это цвета. Я понимаю, ну вот опять же идет раскрашивание, и по аналогии, да, то есть солнышко у нас желтое, ребенок по аналогии запоминает быстрее цвет. Травка зеленая, даже если он забыл, покажи мне, да, там, или, ну, там, зеленый цвет, он забыл, вы ему говорите: а какая травка? Ребенок раз и вспоминает, мама же говорила, что она зеленая, то есть ребенок быстрее и запоминает. Рисовать, я так понимаю, лучше все-таки простые рисунки, которые у них есть ассоциации. Конечно, да, ассоциативные, жизни, в первую очередь для развития ассоциативные. Уже сложнее и сложнее, это уже детки делают в специальных студиях, да, либо сами уже усложняют. Также очень важно конструктор, да, лего, ну не лего такой большой, ну большой это для возраста там год и больше, а если уже ребенку 3,5-4, лего поменьше, конечно. Чем меньше, тем лучше уже. Да, чем меньше деталь, моторика, идет импульс, головной мозг и речевая деятельность улучшается, укрепляется. А я смотрю, у нас тут есть еще различные приспособления. Да, у нас еще есть прищепочки. Таким образом, мы опять же учим цвет, и одевая прищепочку на пальчик, у нас идет импульс опять же в головной мозг. То есть вот, да, возьми желтую прищепочку и учим пальчики, да, большой, указательный, и ребенок импульс. Мы нажали, и идет, и ребенок запоминает и цвет. Можно, например, сложить прищепочки там желтого цвета. Ребеночек сложил. Их скажи, кучу, да, вот, сколько прищепочек? Он говорит: 4. А давай попробуем сказать там более сложным предложением. Уже в 3 года может ребенок сказать: 3 желтые прищепки, да? То есть формируем таким образом, уже, да, предложение. И используем самое элементарное, что можно найти дома. Вообще можно, да, дома на кухне, пока мама занимается, можно использовать все абсолютно. Ну, не острое, не режущее. Конечно, да. Безопасное. То есть, как видим, действительно, я так понимаю, что вот эти цветочки, это тоже, чтобы дуть, да? Да. То есть, опять-таки, не просто же попросить ребенка подуй, да? Да, есть определенное упражнение, которое помогает нам формировать диафрагму, укреплять ее. То есть, вначале идет глубокий вдох и резкий выдох. Давайте, мне поможете. То есть, смотрите, глубокий вдох. Опять же, здесь у нас дифференцируется вдох и выдох, что потом в дальнейшем укрепляет иммунитет, потому что ребенок уже умеет дышать носиком и меньше хватает холодный воздух. А, резкий, да? Да, резкий. Резкий. Резкий раз. И без щек. Нет, вот так. Как шарик мы надели. Это что-то для меня даже сложно, ребята. О! И опять же, мы можем попробовать сделать резкий, глубокий, да? Шумный резкий вдох и длинный выдох. Вот так. Меня просто туда-сюда. И третий подход. Глубокий вдох, глубокий выдох. Мы закрепляем таким образом. Вдыхаем в животик, потому что здесь ключичное дыхание, оно неправильное, да. И таким образом мы учим ребеночка правильно дышать, дифференцировать вдох и выдох. Достаточно все в игровой форме, да, не просто так продается в зоопарке у нас и везде подобные игрушки. Не только для ветра, но и для того, чтобы мама и папа смогли поиграть с малышом. Штучный ветер сделаем, да? Да, штучный ветер.
Ну что ж, действительно, упражнений достаточно много, и я хочу сказать, если есть желание у родителей развивать ребенка, то есть благодаря чему, даже просто используя элементарные прищепки, которые есть дома. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, рассказали вот такие секреты для родителей, для меня, скажем так, для будущего родителя, что как можно делать. Я думаю, что это не последняя наша встреча, потому что тем для разговора достаточно много. Спасибо, да, за то, что пришли. Да, благодарю вас, да.